упал. При запуске ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур произошли неполадки. У ракеты отказал рулевой двигатель, и она рухнула. Вероятнее всего, обломки приземлились в районе Алтая или в акватории Тихого океана. По идее, ракета должна была вывести на орбиту мощнейший российский спутник. Эту тему сейчас активно обсуждают в социальных сетях и вспоминают, что подобная неудача случилась всего 10 месяцев назад. В июле прошлого года «Протон-М» не вывел на орбиту три спутника ГЛОНАСС.